Очень рассчитывают на коммунальщиков сейчас жители Иркутской области. Погода совсем не радует, а на носу отключение отопления. И пожелания людей были услышаны. В большинстве муниципалитетов региона батареи остынут на несколько дней позже запланированного. Изначально завершение отопительного сезона в южной части Прибайкалья было назначено на 14 мая. Теперь же срок сдвинут на 17. Это связано с тем, что ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, будут довольно прохладными. Однако коснутся изменения далеко не всех муниципалитетов. Например, в областной столице, а также Черемхове и Зиминском районе перевод сетей на летний режим начался уже сегодня. Через два дня батареи остынут в поселке Марково и Саянске. А вот позже всех отопительный сезон завершится в Усть-Илимске и Ангарске 20 мая. Причем в городе нефтехимиков процедуру отключения уже провели, однако после многочисленных жалоб жителей коммунальщикам поставили задачу возобновить подачу тепла.